чем, на ваш взгляд, заключается основная опасность манипулятивного воздействия масс-медиа на человека? Согласны ли вы с утверждением, что интернет формирует стереотипность мышления типичного потребителя информации? Эти и многие другие вопросы, касаемые психологии и журналистики, поднимает в своем учебнике Владимир Федорович Олешко. Автор – доктор философских наук, заведующий кафедрой периодической печати Уральского федерального университета имени Бориса Николаевича Ельцина. В учебнике «Психология журналистики» в центре внимания творческие и прикладные аспекты деятельности журналистов. Рассматриваются методы построения диалоговых отношений с аудиторией и современная психология восприятия информации. Так, например, в главе 10 рассматривается журналистика в режиме онлайн. Очень актуально, не правда ли? Автор является трехкратным лауреатом премий Союза журналистов России. В учебнике он предлагает свои размышления и выводы по поводу того, как нынешняя журналистика осуществляет свои властные полномочия. В качестве практикума автор дает деловые и ролевые игры, дискуссионные площадки, пресс-конференции и аналитические лаборатории. Благодаря прекрасно написанной теории с упором на прагматические аспекты дисциплины, учебнику «Психология журналистики» присвоена награда «Выбор редакции».